Актриса Ольга Ломоносова прославилась благодаря роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой». Поклонники полюбили ее за образ ревнивой и требовательной невесты главного героя Андрея Жданова, роль которого исполнил Григорий Антипенко. Благодаря съемкам в проекте звезде стали предлагать множество других ролей. Она и сейчас остается довольно востребованной артисткой. Если говорить о личной жизни, то первый брак красавицы был фиктивным. Ей нужно было получить российский паспорт, чтобы устроиться на работу в Московский театр. Второй раз замуж Ломоносова так и не вышла. Но это не мешает ей быть счастливой. Уже долгое время актриса состоит в отношениях с режиссером Павлом Сафоновым. У пары трое общих детей – Варвара, Александра и Федор. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.